Спасибо за такое прекрасное представление. Спасибо за ваше приветствие. Несколько слов. Я хочу поздравить, во-первых, всех нас с этим замечательным праздником. 115-летие трамваю Санкт-Петербурга, к которому я имею, конечно, посредственные отношения к трамваю. На самом деле, я вам открою тайну. Для кого-то это даже уже не тайна и не секрет. Уже несколько лет. В детстве я мечтал стать водителем трамвая и водить эти прекрасные, огромные транспортные средства по магистралям своего города. И вот буквально несколько лет мне люди, присутствующие здесь, подарили, сделали такой подарок — сертификат на управление трамваем. И у меня осуществилась детская мечта. Я водил трамвай, правда, по территории парка, но тем не менее. Но настоящий старинный трамвай. Так что всех с праздником! Настало время, пробил час. Мы начинаем наш рассказ о жизни, смерти и любви, как это было в нашей жизни. Дневник история ведет, и каждый век, и каждый год заносит в летопись ее предание свое. Пришла пора собора в кафедральный хор престолов, устремленных в небеса. Лишь ты, артист и трубадур, творец полотен и скульптур, особым даром наделен воссоздавать лицо времен. Пусть отрежем и забыт, но всюду песнь твоя звучит, и оживает вместе с ней. Пора собора в кафедральный черных костров для пылающих сердец, на открытии грозных и фатальных удел катастроф. Эх, убийца и творец, сегодняшний... Я открыл свое сегодняшнее выступление. И мы открыли. Продолжаем.